на конкурс дети читают стихи. Шатунов Дима, 5 лет. Город Ачинск, Дятел, Александр Веденский. Ходит по двору петух, ходит по полю пастух. По лужайке уже ребята, по траве идут ребята. За малиной, за черникой, за лесной ежевикой. Переходят через мост, засвистел на ветке дрозд. Застучал по ветке дятел, не с ума ли детям спятил? А чего ты застучал? Посидел бы, помолчал. Дятел, дятел, длинноносый, стукнул раз, стукнул два. На припеке бьются осы, от росы блестит трава. Дальше, дальше в лес зеленый, высоки дубы и клены. Птицы робкие поют, торопливо гнезда бьют. А в гнезде птенцы сидят и кричат, и пищат. Есть хотим, пить хотим, скоро-скоро.